Здравствуйте. Добрый день. Мы Игорь и Диана Гитер, верховные советники компании Сельпарфюм. Сергеем Сексвятским и его замечательными технологиями наставничества мы знакомы вот уже практически 7 лет. И практически уже 4 года активно используем их в своих сетях, структурах и в своем бизнесе. Абсолютно четко можем сказать, что на сегодняшний день эта технология дала огромные результаты, которые выражаются в количестве дистрибьюторов, качестве их работы и объемы, которые делают структуры, работающие с этими технологиями. Отдельно хочется сказать о главной заслуге Сергея в разработке технологий наставничества. Дело в том, что на протяжении последних 20 лет развития сетевого маркетинга на постсоветском пространстве о мечтах, целях и планах говорят все. Только ленивый еще у нас не говорил об этих замечательных вещах. Причем дают им совершенно разные определения, разные трактовки и используют совершенно по-разному для мотивации своих дистрибьюторов к действию. Единственное, что не было сделано, никто и никогда ни в одной сетевой компании не связал до сих пор, до Сергея, Сергей был первым, кто связал в единую, стройную, математически правильную цепочку мечта, цель и план. И когда все сложилось в одной цепочке, получился результативный технологический процесс. Эта формула очень простая на самом деле в использовании. Очень быстро помогает установить, определить человеку, чего он хочет прийти, что он хочет получить потом и кто он есть сегодня. Нет никакого смысла говорить отдельно о мечтах без цели. Нет никакого смысла ставить цели, если у человека не определена мечта. И тем более нет никакого смысла планировать, если мы не знаем ни цели, ни мечты человека. Важно то, что сделал Сергей, и то, что мы вводим сегодня в свои структуры активно, и то, без чего не может начать бизнес ни один серьезный сетевик, а, наверное, ни один бизнесмен вообще в мире. Важно, прежде чем начинать серьезный бизнес, проработать свою собственную я-позицию. И на эту концепцию мы накладываем, простраиваем уже наше полное комплексное обучение, но изначально все базируется на нем. Спасибо тебе, Сергей, огромное. Мы работаем хочется, и будем продолжать. Хочется еще добавить один маленький нюанс с точки зрения дублицирования, как одного из главных действующих факторов нашего бизнеса. То, что дает Сергей, практически сразу понимают все основные сетевые лидеры на разных уровнях сетевой иерархии. От президентов компаний до директоров обыкновенных. Но пока мы, как руководители структур, на каком бы уровне мы ни находились, сами не простроим свою собственную я-позицию, которая не даст конкретных результатов, наши люди этого не будут делать априори. Как только мы простраиваем свою собственную я-позицию конкретно, мечта, цель, план и ресурсы, которые я подтягиваю и реализую для того, чтобы осуществить свои цели и осуществить свои мечты. И при этом получаем результаты. Вот тогда не нужно объяснять нашим людям, что пойдите и сделайте это. Они делают это автоматически, потому что они видят наши результаты. Они видят, как это работает. Спасибо.